Глава города Даляш Трупайте встретилась сегодня с директором Утинского отделения Содры Видмантасом Мисюнасом, прибывшим в наш город, чтобы обсудить ход проекта, в котором главным образом будет задействована молодежь. Содра, савивальдибес, мокиквас. Содра, самоуправление, школы и департамент по делам молодежи участвуют в пилотном проекте под названием «Не забудь парашют». Этот проект пока осуществляется только в двух регионах – Каунасском и Утинском. Главная цель – пробуждать гражданскую и социальную активность школьников. В рамках этого проекта учителя проводят для 11-классников и 12-классников по одному-два урока на тему социального страхования. Подробно объяснят, что такое социальное страхование в Литве, что это за система, как она действует и зачем она создана. В заключении проекта будут организованы битвы умов. Сначала они состоятся в самоуправлениях, причем во всех одновременно, чтобы не было утечки ответов на вопросы. Затем победители съедутся на региональный тур в Утину. И накануне Рождества в Вильнюсе на турнире республиканского уровня сразятся лучшие знатоки в области социального страхования из Утинского и Каунского регионов. Еще 15 июня учителя школы и координаторы по делам молодежи самоуправления обоих регионов были приглашены в Министерство социальной защиты и труда на презентацию этого проекта. Теперь их ждет второй этап, чтобы как можно лучше провести уроки, знать, как работать в рамках этого проекта и какими знаниями о Содре вооружать школьников. 30 августа педагоги и координаторы пройдут в Утине специальный курс обучения, по окончании которого представители Каунского технологического университета вручат им сертификаты о повышении квалификации. Видмантас Мисюнас спросил Даляш Трупайте оказать содействие в организации этого проекта, в частности, учредить специальные призы Висагинского самоуправления. Глава города, которая только приветствует такую инициативу Содры, заверила, что готова поддерживать добрые начинания, и призы, а возможно и кубок мэра, будут обеспечены. Во время этой дружеской и непринужденной беседы были затронуты и другие темы. Так, например, велась речь о переселении Содры. Напомним, что весь штат работников Содры в Висагинасе решено разместить в здании биржи труда. Планировалось, что это произойдет уже осенью, но поскольку связанные с этим официальные процедуры занимают достаточно много времени, переезд состоится или в декабре, или уже после Нового года, сказал Видмантас Мисюнас. Здание Содры будет передано госпредприятию «Турто Банкас», которое выставит его на продажу. Как мы уже сообщали, оптимизация сети госучреждений с целью экономии средств, необходимых на содержание зданий, проводится во всей Литве. Такова установка правительства. В Утинском округе уже имели место подобные преобразования. 5 лет назад в Аникщай и в прошлом году в Малетой биржу труда подселили к Содре. У нас будет наоборот.